Внимание сотрудников полиции привлек автомобиль, припаркованный на обочине, возле которого находились двое мужчин. В ходе разговора они вели себя нервно. Правоохранителями было принято решение о досмотре автомобиля. В итоге в салоне обнаружено 85 свертков с порошкообразным веществом, весы, изолента и две упаковки пакетиков с клапан-застежкой. Экспертиза установила, что содержимое свертков является синтетическим наркотиком массой более 38 граммов. Как пояснили мужчины, 29-летние жители края, они прибыли в Сочи с целью сбыта зелья. Также известно, что мужчины ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности, имели богатое криминальное прошлое. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ответственность предусмотрена до 20 лет лишения свободы.